Блин, я, конечно, не то, что, короче, нормально все, но просто я так... А это еще другое. The biggest company in Ukraine is online. Euro, fuck you. Такое впечатление, что на меня сейчас здесь нападет динозавр. Смотрите, вот так делается бизнес в Украине. Вот так делается бизнес во всем мире. Мы прилетели, идем на паспортный контроль, будем пробиваться в Швецию. Да, будем сейчас тестировать без виз Николая. Может быть, я буду снимать свадьбу сам. Ну что, мы прошли паспортный контроль, Николай даже прошел без визы, так что без виз рулит, у нас это получилось. Причем Коля прошел его и без отеля, и только с наличием билета, потому что отель на мое имя. Идем дальше разбираться, как нам добраться до отеля. Многие места в Стокгольме не принимают кэш, поэтому нам нужно кредитные карточки, а у нас нет кредитных карточек с деньгами. Но сейчас нужно как минимум поменять деньги и потом топать на поезд. Поэтому идем менять деньги и топать на поезд. Какое-то кощунство. Налог 50. 50 это 5 евро. То есть нас взяли 5 евро налога за то, что мы поменяли деньги. По-моему, это нечестно. Я не знаю, куда ехать. Нам нужно на Стокгольм Содра. Чтобы получить информацию, нужно взять номерок. Такое впечатление, что на меня сейчас здесь нападет динозавр. Такое здесь атмосфера. Мы едем в автобусе, прикидываемся тупыми туристами. На всех информационных стойках, типа, мы ничего не понимаем. Нам рассказали, куда ехать, довели до автобуса. Мы едем в автобусе до метро, на метро поедем до нашего отеля. Один из бюджетных способов добраться. А так как мы приняли решение написать вам все расходы за поездку, думаю, это будет интересный опыт, чтобы многие смогли понять, насколько интересно чисто финансово снимать свадьбы за границей. И позже расскажу свое мнение, свои выводы по этому вопросу. В общем, если поехать на обычном метро, то можно сэкономить 220 крон, что является где-то 20 евро. Почему? Потому что она едет медленнее на 40 минут, везде останавливается. В итоге мы доехали с аэропорта до места, где рядышком наш отель, за 83 кроны на двоих вместо 300, предложенных экспресс-электричкой. Сейчас идем разбираться с нашим отелем и заселяться, и пойдем... Это очень длинный коридор, мы уже идем минут 5. Это как в больнице, я уже чувствую, что в каком-то кино, что сейчас выйдет кто-то и предложит мне таблетку, синюю или красную. Не поздно отказаться. Все, наш номер. О, separate bed, наконец-то я не буду спать с тобой. Друзья, Стокгольм встретил нас достаточно дождливо, и мне даже пришлось раньше времени одеть пальто. В Украине на самом деле сейчас теплее. Так как мы прилетели раньше, чтобы адаптироваться и понимать, что мы будем снимать, мы сейчас идем в музей, который фотографистка. Там висят очень интересные фотографии. Хотим посмотреть, узнаем, можно там снимать, нет. Поделимся своими впечатлениями. Пойдем. Это же магазин фотографии. Офигеть, почему в Украине такого нет? Посмотри, пингвин летит. Офигеть. Ты понял, ты можешь купить снимок. Класс. Shadow Falls, это фильм крутой. Офигеть. Мы сюда придем еще раз. Круто, смотрите, сколько всего, смотрите, сколько книг.
народ. Мы выбрали несколько книг в этом прекрасном магазине. Мне понравилась книжка про животных. Мне понравилась вот эта крутая книжка про реально интересную очень фотографию. Потому что фотография как поэма. Прикольная очень. Снимки очень атмосферные, крутое качество. Ну и мы выбрали две книжки Линдберга. Вот эту. И вот эти две. Одну нас попросили ребята купить, а вторую мы себе берем. В общем, у нас в офисе теперь можно будет посмотреть все это. Наверху огромный ресторан, очень крутой проект. Честно, загорелся сделать в Украине такой проект. Но нам нужен инвестор. Сами мы такое не потянем. И еще мне понравилась очень книга про Африку. Очень люблю животных. Хочу поехать в Африку. Хотим в феврале сделать фототур в Африку. Очень крутая книга, очень крутые фотографии животных. Прям очень вдохновляет. Нереально крутые чуваки-фотографы. Очень здорово. Круто. Ребята, сейчас мы идем на самый узкий переулок в Стокгольме. Это улица Мартина Тродзига, какого-то немецкого торговца, который здесь все купил недвижимость. Ширина 90 сантиметров, прикольно. Мне кажется, здесь хорошо бы располагалось то, что сейчас располагается на улице Красных Фонарей. Нас приехали забирать ребята. Мы по нашему длинному отелю. Идем дальше с ними общаться и поедем снимать Love Story, чтобы посмотреть, как они ведут себя перед камерой, чтобы они расслабились, чтобы мы могли с ними найти контакт, чтобы завтра на свадьбе все прошло просто идеально. Собственно, то, чем мы занимаемся сегодня, я всегда перед заграничными съемками приезжаю раньше и делаю Love Story обязательно для ребят. Это один из способов заявить о себе, и при этом ребята остаются довольны. Плюс это всегда хороший способ дополнительно продать пакет. Вот ребята нас уже ждут, пойдемте. Привет. 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 Пойдем. Нас будет двое. У нас хорошие новости. Да, это Коля. We can go just for any nature. Doesn't matter. Because today we can make pictures just inside city. Like now you show me restaurant, then we go to the national park. And then we can go to the old city and finish it. Like in evening. Tomorrow we can go after preparation just anywhere, no like no care, like just any nature, any two trees. Okay. we have more. Six in the back there. So Kolya can go with us, mate. Kolya go with us. Oh yeah, it have two seats. More, yeah. Yeah. In the so, back, yeah? Yeah. 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 Okay, so then Kolya, you are with us. Cool. Yes. Kolya is like. He decides a lot of stuff in our company of study. He decides all stuff. What do you decide? Nothing? Pictures, like, I just show and direction in which side he have to Kolya. Decide. Kolya, we have to go to this mountain and Kolya go. I hope I inspire him. Kolya? No. I'm tired of work. No, I'm tired, Yura. Fuck you. Yura, fuck you. We really company which change the trends of study. Like we, I think like huge, the biggest company in Ukraine is online, which inspired photographers to study. Okay. Like we explain that you have to study to be good photographer and good businessman. Yeah, of course. Sell your work, sell your portfolio. Yes, 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 like this. Мы приехали на локацию и идем с ребятами смотреть непосредственно локацию, где завтра будет происходить ужин, чтобы мы понимали по свету, понимали, можем ли мы здесь пофоткать ребят и задавать все уточняющие вопросы для подготовки. Ну, один раз можно. А вот эти можно есть, это белые. Пойдем посмотрим локацию вокруг. Надо понимать, что здесь происходит и где мы можем завтра сниматься.
Обычно я могу даже, когда так есть возможность подготовиться, я могу даже делать какие-то наброски на iPhone, мест, где можно пофоткаться, и потом дома думаю над тем, как поставить ребят. И смотрите, тоже прикольная локация, там, где дерево и листики, очень клево, можно плед положить. Плюс можно, наверное, наверх туда подняться. Пойдемте посмотрим, что там. Короче, ребят, очень важно готовиться перед свадьбой. То есть уже какие-то наброски, вы не первый раз пришли, когда вам говорят, ну что, пойдем фоткаться, вы четко знаете, что будет А, что будет Б, что будет В. Круто! Perfect. Listen, you say you want nature. I give you nature. And look each other. Yeah, it's cool. We dream about nature. Yeah. It's nature. Look on this beautiful tree. We have to use it. Я надеюсь, это же не заминировано. Но забор же пока не огорожен. Отлично, смотри. Just take hand and go back for me. One more, come on, kiss, kiss her. Ну что, друзья, ребята нас выкинули на смотровой площадке. Мы как раз поснимали сегодня Love Story. В предвкушении завтрашнего дня много обсуждали тайминг. Посмотрим, что завтра выйдет. Невеста немножко переживала, но я думаю, все будет хорошо. Сейчас за ночь нужно сделать Love Story. Завтра будем показывать их на банкете. И после этого начнем уже свадебную прогулку, всю свадебную церемонию и все, что задумали на завтрашний день. И в воскресенье будем возвращаться обратно. Сзади меня открывается вид на ночной вечерний Стокгольм. Ночью обычно делаем love story. Сделали love story ребятам. Подбираю песню. Сейчас будем садиться на какой-то транспорт и тулить на свадьбу, потому что в 9 начинаются сборы, сейчас 8. Пытаемся раздуплиться. И будем снимать свадьбу бодрячком. Сейчас где-то добудем кофе. И погнали. Ну что, мы идем на сборы невесты. Uber нам загадал 50 евро. На мой взгляд, не такое большое расстояние, поэтому поедем на метро. Поехали. Самые популярные булочки с корицей в Швеции. Знаете, вот как в детстве с молоком давали их в школе, вот такие здесь булочки. 43! Так лучше бы на такси поехали. Я же смотрел 30. Птички. Зайчик. Нак. Нак, красен. Блин, смотрите, какое красивое метро. Здесь хочется жить. Стокгольм – один из лучших городов в Европе для жизни. Входит в тройку. Смотрите, здесь разрисовано все. Это как фарфор китайский. Мы едем на Акеллу. Смотрите, киевское метро. Мы до Хрещатика можем доехать. Смотри, один в один. Мытищинский вагоностроительный завод. У нас такое метро, только внутри сиденья поприкольнее. Марина говорит, выйдите с метро, там, говорит, дом красного кирпича. Ну, пойдемте искать. Мы не знаем квартиру, будем сейчас кричать, свадьба, свадьба, невеста, невеста. Привет. Привет. Я уже почти готова. Хорошо. Заходите. Заходим. Это Мила. Мила, привет. Приветик.
профессиями. Ну что, мы на прогулке, снимали первую часть. Сейчас поедем к водичке и потом поедем венчаться в церковь. Okay, wait a second, I come to you. У нас тут climbing. Ой-ой. Насколько ребята сейчас меня ненавидят за то, что я их отправил в горы. Трасса, горы, водичка. Все как в Швеции, как положено. Я люблю ходить по газонам, почему нет? Если я делаю так в Украине, почему я не могу делать так в Швеции? Надписи нет, что ходить запрещено. Ты взял 85-ку? Это очень круто, смотри. Юра, одно покажешь? А то ничего, что только поле показываешь все. Не видно. Ну и ладно. Очень красиво. А, такие красивые фоточки. Там где-то там пикчерс. Окей, let's go. You take everything, yeah? Друзья, ну что, мы пришли в церковь, одеваю разгрузку, потому что здесь может уже кто-то плакать, здесь не просто работа с парой, когда ты можешь спокойно поменять объективы. Здесь начинается репорт непосредственно гостей. Одеваем страховочные ремни на нашу разгрузку, чтобы не потерять фотоаппарат. Ставим на двух фотоаппаратах одинаковую температуру, чтобы потом легче было все сводить, потому что часто задают вопрос, как я могу сделать свадьбу там за 3-4 дня. Вот так и можно. Нужно все свести, синхронизировать по времени. По времени они синхронизированы, осталось синхронизировать по температуре. И снимаем все время в мануале, чтобы пресет ложился равномерно на всю церковь, к примеру. Еще вот у нас есть клевое световое пятно. Вот здесь, когда будет проходить жених-невеста, можно выставить минус экспозицию и снять крутые кадры в ЧБ. Потому что здесь единственный световой луч. А вот если отойду вот сюда, света уже столько нет, и здесь нужны другие уже параметры. Сейчас проэкспериментируем на гостях. И вот я поснимал несколько гостей в нем. Сначала в цвете, потом сразу перевел в ЧБ. Ну и желательно, когда люди идут, я здесь не везде попал, нужно прикрываться на хотя бы 2.0, потому что, во-первых, в резкость не попадаешь, во-вторых, начинает сильно хромотить на 1.4. Плюс на втором фотоаппарате просто стоит 2.8, ты 100-1600, выдержка где-то 400 на всякий случай. Здесь уже ISO меньше, потому что здесь 1.4. В общем, работаем. It's perfect place. Just not in line, yeah. In line, yeah. Your leg is perfect. Снимаю ребят все время с этой стороны, чтобы сзади было солнце, а с этой стороны их подсвечивает церковь. Получается все время очень нестудийное освещение, то есть с этой стороны они освещены, сзади подбиваются контровиком. Получаются очень крутые кадры, главное выхватывать, когда они улыбаются все, и получается очень крутая штука. И еще когда мы снимались групповые портреты, я специально выбрал пространство с наклоном, чтобы менять местами для того, чтобы все люди были одного роста. Это тоже очень важно, в этом заключается тоже большой профессионализм, просто никто этого не учитывает, как гости стали, так все снимают. Это желательно, чтобы вы еще выравнивали всех, чтобы они не были лесенкой.
что, у нас подходит все к завершению. Мы сейчас бросили подвязку, съели торт. Даже мы попробовали. Это был реально самый вкусный торт, который я пробовал. Офигенный просто. Потом будут танцы и все. Домой отдыхать. Ну что, друзья, закончился этот свадебный день. Подходит к концу наше путешествие в Швеции. Мы очень старались для того, чтобы вы получили максимум пользы из этого видео, чтобы вы могли взять для себя что-то полезное, вдохновиться. Если вам было прикольно с нами, залайкайте это видео, затыкайте в колокольчик, подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте все вопросы, которые вас интересуют про заграничную съемку, и мы с радостью ответим. Вы нас мотивируете для того, чтобы делать новые и новые видео, потому что это действительно энергозатратно, и мы делаем это для вас, для наших подписчиков. Всем пока, до встречи в Киеве вживую. Мы поехали! Let's go.